На полотнах сказочная осень, знойное лето и цветущая весна. На выставке «Левитановские сезоны» свои работы представили 15 художников. Среди них Елена Трушникова. Рисовать начала еще в молодости. Теперь передает свое мастерство детям. Историю своей родины, в первую очередь, мы вот их пытаемся вывозить как можно чаще, даже вот в Одинцовском округе, в том числе и в Звенигород сюда мы их привозим, на пленэр, в Сталино-Стверожевский монастырь, допустим, мы с ними выезжали. Вот в Дунино в этом году тоже вместе с ними были. На выставке около 50 работ. Реалистичность исполнения – один из главных критериев отбора. Перенестись на пшеничное поле или очутиться в лесной чаще – на вернисаже возможно все. Это очередная выставка работ, написанных на пленэре, которые выполнены художниками российскими, заслуженными художниками России, одинцовскими художниками. То есть это совместный такой проект союзов. Супруги Пшеничниковы представили свои картины впервые. Художники часто бывают в Звенигороде. На этот раз решили посвятить целую серию работ этим живописным местам. Частица большого нашего культурного наследия. Ну, вот это я хотела сказать. Проект очень приятный. Обстановка сейчас и атмосфера очень такая приятная, душевная. Так что я могу сказать только спасибо. И хочется продолжать участвовать в этом проекте. Следующий год для проекта «Левитановские сезоны» станет юбилейным. Его посвятят знаменитому литератору Александру Пушкину. А эта экспозиция в Звенигороде будет открыта до 23 ноября. Прикоснуться к прекрасному может любой желающий. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».